Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу поделиться обалденной, вкусной, интересной закуской, которая готовится очень быстро. Особенно подойдет, когда гости на пороге. Готовится легко, быстро. Конечный результат, конечно, превосходит все ожидания. Начинаем готовить. Поехали! В первую очередь приготовим намазку. Нам понадобится майонеза, пару столовых ложек. Здесь получается примерно 80-90 грамм майонеза. Также понадобится творожный сыр сливочный. Здесь у меня 150 грамм. Также понадобится небольшой пучок лука, именно перьев. Нарезаем мелко. Лук отправляем в миску к нашим всем продуктам. Также добавляю небольшое количество укропа. Теперь все нужно хорошенечко перемешать. Теперь берем лист лаваша. Лист лаваша у меня примерно 35 сантиметров на 35. Делим нашу начинку на две равные части. И одну из частей отправляем на лаваш. И размазываем по всему листу лаваша, чтобы наш лаваш хорошенечко пропитался и не был сухим. У меня есть 100 грамм крабовых палочек. Добавляю крабовые палочки. Нарезаем очень мелко. Посыпаем крабовыми палочками до половины лаваша, половина листа лаваша. Отварил два куриных яйца вкрутую и также мелко нарезаем. Берем чистую ложку и просто притолачиваем нашу начинку. Уплотняем, чтобы она потом не рассыпалась. Теперь заворачиваем в рулет. Аккуратненько, чтобы лаваш не порвать. Вот таким вот образом сворачиваем в рулет. Берем пищевую пленку, заворачиваем наш рулет и отправляем буквально на 5-10 минут в холодильник, чтобы наш рулет пропитался. Ну вот и все, друзья. Наша закусочка готова. Реально очень празднично выглядит. Готовьте вместе со мной. Это очень вкусно. Не пожалеете. Не забываем комментарии писать, конечно же, и делиться с друзьями. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока. Давайте попробуем. Вкуснятина.